Всем привет! Тут моя супруга занимается готовкой в этой сковородке. И видите, дно сковородки, ну, как бы немножко пригорело. Не знаю, из-за чего это происходит, но, скорее всего, там где-то жир вытекает. Вот видите, сбоку. Сама сковородка с покрытием, то есть с непригорающим. Внутри я ее чистить не буду, а вот снаружи, вот в этом месте, она меня попросила почистить. Как я буду делать это, пока она еще не совсем грязная? Я приспособил, тут у меня такого верстака на улице нет, приспособил тисы на циркулярку. Вот. Через тряпочку, в данном случае через рваный носок, тисками поджал, не сильно, ну то есть видите, еще они вполне крутятся, сковородку. Теперь на мою болгарку вот такую вот вставляем или ставим круг. Это стальная щетка. Его даже сильно затягивать не надо, потому что он самозатягивается. Включаю болгарку в розетку. Опа. Вот так, наверное, попробуем. Ну и посмотрим, как она чистит, эта щетка. Половина сковородки почистил, видите, результат налицо. Сильно не прижимаю. Вот, ну, когда дочищу полностью, видите, она не сильно зажата, можно еще поджать. Наверное, все-таки включу. Вот примерно так продолжаем. Где больше нажимаешь, там больше до алюминия достает. Где чуть поменьше. Ну, я думаю, это чистится для того, чтобы она лучше нагревалась. И меньше запахов от нее было. Скажи. Я химией же брызгала. И она это... Вот Лариса говорит, что химия ее пыталась чистить. И, видимо, алюминий среагировал. И химия не очищается. Поэтому мне приходится чистить механически. А вот здесь вот почистилось, но не до конца. Но я здесь щеткой не чищу. Это непригораемое. Ну, естественно. Да. Еще почищем. Примерно вот такая поверхность получилась. Вот эти ребрышки, которые были, вы как слышите, они на месте. Вот местами, конечно, хотелось бы лучше, но лишний раз тоже не хочу ребра. Я чистил так, чтобы круг ходил по вот этим вот ребрам, то есть не поперек, а именно по ребрам, чтобы они остались все-таки. Эти ребра нужны для того, чтобы нагревалось лучше. Ну, вот так вот. Так что чистите сковороду. Видели, какая она была в начале, какая сейчас стала. Я думаю, хозяйке понравится. Почистил еще. Но она, конечно, сейчас окислится. Алюминий окисляется моментально. И немножко потемнеет. Ну, я думаю, результат в целом должен устроить. Специально зашел в магазин, сфотографировал дно
такой же сковородки. Ну, конечно, не такая, но не хуже. Лариса, как тебе? Результат устраивает? О, вау, классно. Отлично. Я ее купила до поездки к Натахе. Вот прям за 2 дня. Помнишь, когда я его сжал-то? В прошлом году? Да. Ну, еще год. 6 месяцев назад у меня, да? Нет, больше. Ты что? А, я же у нее 2 была. Угу. Ну, 8 месяцев. Так уже 7 месяцев этого года. И 2 месяца там. Уже 9 месяцев. Значит, 9 месяцев. Вот так вот. Чистите сковородки, ребята.